Резкий рост тарифов на вывоз биологически разлагаемого мусора в Риге и Пририжском регионе делает невыгодной его сортировку, считают движение Zero Waste Latvia и призывают Министерство среды регионального развития срочно принять меры. Биологические отходы составляют почти половину от общего объема мусора. Как рассказала Русала Сэм, член правления Zero Waste Latvia Майя Крастыня, с этого года тарифы на вывоз биологически разлагаемых отходов вырастут до 50% в зависимости от самоуправления. Таким образом, у жителей пропадет мотивация сортировать мусор. В самом конце прошлого года мы внезапно узнали, что цена на вывоз биологически разлагаемого мусора будет почти такой же, как и цена на вывоз несортированных отходов. Единственный, кто может на это повлиять, это Министерство среды и регионального развития. Все остальные участники системы с юридически связанными руками. В противном случае жители оказываются введены в заблуждение. Они думают, что цена останется выгодной. Исчезла экономическая мотивация сортировать отходы. В Риге жители могут узнать, насколько вырос тариф на вывоз биологически разлагаемого мусора у своей компании, обслуживающей отходы, добавила Майя Крастыня. Цена может отличаться в зависимости от предприятия. Напомним, причина роста тарифов в том, что полигон Гетлини поднял цену на прием отходов, чтобы компенсировать затраты на развитие инфраструктуры.